Меня зовут Таранов Денис Геннадьевич. Я главный врач территориального медицинского объединения «Семья и здоровье». Выражаю огромную благодарность от лица женщин и детей нашего города форуму «Глобальная авантюра» и, в частности, их одному из координаторов Роману за оказание и содействие в получении гуманитарной помощи в нашем лечебном учреждении. Ребята, спасибо вам огромное. Сегодня мы получили два комплекта сантехники для постановки в новое отделение, физиотерапевтическое отделение, которое восстанавливаем из-за разрушения здания поликлиники, которое находится за исполкомом нашего города. Два водонагревательных бака, которые сегодня передали нам форумчане, пойдут на использование в детское инфекционное отделение для того, чтобы детки купались в теплой водичке. И один из баков пойдет на пищеблок нашего лечебного учреждения, так как старый бойлер на пищеблоке был поврежден в результате обстрела осколками снаряда. Также огромное спасибо за выделение денежных средств нам для установки газового оборудования на наши автомобили, потому что с топливом сейчас действительно по-настоящему очень большие проблемы. Вот. А на газу будет ездить дешевле, и можно будет больше получать и привозить деткам гуманитарную помощь. Вот. Спасибо за смесители, которые тоже будут располагаться в отделении физиотерапии, для того, чтобы можно было деток помыть, ну и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, спасибо за то, что вы о нас помните, нам помогаете. Не забывайте нас, пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь. Спасибо. Вот она, наша гуманитарная помощь. Спасибо вам большое.